гостях у Евгения Додолева легендарный Всеволод Шиловский. Я говорю, что я уже не Аксакал, а Саксаул. И это собеседник, которого точно не захочется перебивать. Декламатор, певец, клоун, стоя. Минут по 20 большой зал реагировал на спектакль в конце. Случилась трагедия. Моя родина исчезла. Ну, что делать? Это преступление века. Значит, ты, Мишка, ты так будешь тренироваться под его началом, что похудаешь еще. «Золотая рыбка». Всеволод Шиловский. Премьера. Ну вот. Теперь ты будешь знать, как относиться к прессе. Смотрите завтра в 23:45 на телеканале «Москва. Доверие».